Фонд «Казахстан Халкына» приступит к оказанию благотворительной помощи в течение месяца. На данный момент в организацию от крупных предприятий поступили заявки о готовности внести 17 миллиардов тенге. Члены попечительского совета будут определять не суммы, а направления, куда перечислят средства. Это здравоохранение, образование или социальная поддержка малоимущих. На портале atamenkenim.kz желающие могут подать заявки на получение помощи. Этот ресурс объединяет 140 благотворительных организаций. Заявку заберет тот фонд, который занимается конкретным направлением, и это позволит исключить дублирование обращений. В течение полугода в фонде создадут сайт. Там будут публиковать отчетность о том, как расходуются деньги и из каких регионов чаще поступают заявки. За эффект от помощи ответственных как благотворительные организации, так и сам фонд. Какой-либо фонд, допустим, решит выделить средства на ремонт каких-то административных зданий государственных. Нет, наш фонд не нацелен на решение каких-то задач государственных структур. Мы будем работать над решением проблем населения.